Мы словно на подбор, ровно 33. В каждом слове их найдешь, только посмотри. Буквы все от А до Я, наши верные друзья. Вот какая славная азбука у нас. Здравствуйте, дорогие ребята! Узнали? Это я, тетушка-сова из научного дупла. Как я рада встрече с вами! Сегодня мы начинаем знакомиться с буквами русского алфавита. Их ровно 33. И первая буква в алфавите – буква А. А вот и они, наши буковки А, пришли к нам вдвоем. Здравствуйте, мои дорогие! Поздоровайтесь с ребятами и начнем знакомиться поближе. Здравствуйте, прописная заглавная буква А. И ты, маленькая строчная буковка А, здравствуй. Посмотрите, ребята, и запомните хорошенько, как выглядят буквы А. Давайте, буковки, вместе с ребятами поиграем в слова. И не просто в слова, а только в те, которые начинаются с А, то есть с вас. Начнем? Ребята, вы готовы? Замечательно! Первое слово очень вкусное. Это арбуз. Какой он большой и красивый наш арбуз. И я уверена, очень сладкий и сочный. А еще с буквы А начинается точно ананас. Его принесла заглавная буква А. Смотрите, ребята, что это? Догадались? Ну, конечно, абрикос. Кто же не любит абрикосы? А это... апельсин, самый настоящий круглый и оранжевый апельсин. Это слово тоже начинается с буквы А. Как много, оказывается, есть вкусных фруктов и ягод, чьи названия начинаются с буквы А. Может, ребята, попробуем вместе вспомнить еще слова на эту букву? Ну-ка, что это? Верно, автомобиль. Еще автобус. Наши буковки А решили прокатиться на автомобиле. Счастливой дороги! Приезжайте к нам еще. И на автомобиле, и на автобусе. Ребята, а теперь я покажу вам мультик про апельсин. Это слово начинается с буквы... Правильно, молодцы! Все хорошо запомнили эту букву. Висит на ветке апельсин и весело качается. А у меня вопрос один. Кому же он достанется? Оранжевый, как солнышко, веселый карапуз. Жаль, что такой он маленький. Эх, был бы как арбуз. Вот какой милый, симпатичный апельсин с буквы А. Понравилось, детишки? Замечательно. Наш первый урок подошел к концу. Повторите еще раз и обязательно вспомните новые слова, которые начинаются с этой буквы. На следующем уроке, совсем скоро, мы познакомимся со следующей буквой и обязательно посмотрим новый мультик. До свидания, буквы А. До свидания, мои дорогие детишки.